видеоинструкция для участников по регистрации. Выбираем в самом конце регистрацию. Анкета регистрации участника. Общие и контактные данные. Логин мы пишем латиницей. Имя. Бакыткул. Фамилия. Бек. Дата рождения. Ноябрь, 18 ноября. Выберите формат обучения. Я выбираю онлайн. Выберите факультет. Выберите вам нужный факультет. Здесь вот список. Мне нужен факультет проектного менеджмента. Здесь пишем, с какого вы региона, область, город, село и так далее. Алматы. Наименование НПО, где вы работаете. Я работаю в НПО. Профиль деятельности вашего НПО. Обучение. Какую должность вы занимаете в НПО? Техподдержка. Год создания. Допустим, 2019 год. Это я так написала. Имеется ли у вас своя страница в соцсетях? Если у вас нету страницы в социальных сетях, так и пишите «нет». Если есть, пишите название вашей страницы. Допустим, НПО КЗ. Подписчиков, допустим, 5000. Имеется ли сайт или социальная страница у вашего НПО? Если да, то укажите адрес веб-сайта и соцсети. Если нету, также пишем «нет». Если есть, напишите название вашего сайта. Допустим, наш будет npo.kz. Примерно пишу. Здесь нужно вам указать ваш номер телефона. 5-253-69-80. Здесь пишем email. Пароль. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ставим здесь галочку и кликаем «Зарегистрироваться». Наша регистрация с вами прошла. После вы автоматически попадаете на страницу курса.